Друзья, всех приветствую на канале, всем здравствуйте. А мы в Долматово. Какое красивое небо, и мы фикс-прайс идем. Фикс-прайс пойдем. Ну. Здесь такой большой фикс-прайс. Тоже всякие заборчики, все для сада. Красивые. Горшочки, чего только нет. Тоже такой вот декоративный. Но они все такие не очень. Лички. Так, типа по 199. Но они вроде ничего так-то. Брали мы, помнишь, садовые эти. Стояли, а больше не стала брать. Они все равно заканчиваются. Такие красивые всякие фигурки. ₽10. Ну, тут все и детское, все так же неплохо. Мы по делам ездили, заехать решили, посмотреть, что тут в фикс-прайсе есть. Долматовский фикс-прайс. Доброе утро всем. У меня утро. Такой вот у меня завтрак здесь. Листики шпината, листики салата, кучерявца. В общем, так, листики помыла. У нас погода такая прохладная. Мы вчера, девочки, ездили в Долматово. В общем, так хотелось поснимать. Немножко хотели по набережной прогуляться. А зашли в фикс-прайс. Время уже было много. Потом в Пятерочку. В общем, пока туда-сюда. И уже стемнело. В общем, ничего мы не прогулялись. И, в общем, кадры отменились. Так что немножко так вот. Все равно красивое небо, вечер. Поездка у нас была по делам. Сейчас у нас тоже намечается вот с утра прям. Сейчас позавтракаем вкусным завтраком. И поедем. Поедем мы сегодня в Шадринск. Так что, может быть, что-то поснимаю, девочки, мальчики. Вот. Ну, что будет, то и будем показывать. Что нам сегодняшний день преподнесет, мы пока еще не знаем. Будем завтракать. Ирисы уже такие вот красивые. А все, иду. Собираемся, в общем, в дорогу. Скоро наши пионы распустятся. Копия. Здоровый нынче кустик стал. Красота. У нас сегодня холодно. Вчера вроде день ничего был. Даже на солнышке 35 показывала. А сегодня прохладно. Дождик как будто бы собирается быть. Так, ладно, едем. А мы снова на этом же месте. Долматово. В Шадринск мы съездили. Ничего я не стала, девочки, снимать там. Мы ездили по делам, в общем, в Шадринск. Сейчас вот заехали в Долматово. Я говорю, давайте. Мы вчера так хотели. Одень ей кроссовки-то, Саша. Мы вчера так хотели прогуляться по набережной, сходить на площадь. И у нас не получилось, в общем, я уже сказала, да, поздновато было. А сегодня вот сейчас в Шадринска сюда заехали, погуляем немножко. Погода вроде неплохая, день разыгрался. Клумба красивая.
Получается, качельки там, ага, можно прогуляться, стадион играет. А аромат прям чувствуется такой. Здорово пахнет прям. Как красоту такую, девочки. Такие клумбы. Красота. Обзорная экскурсия по туристической оси города Долматово. Пожалуйста, вот можно посмотреть местные достопримечательности. Долматовский краеведческий музей. Ну, мы не пойдем, конечно, мы уж так, как говорится, по площади вон пройдемся. Монастырь тоже не будем заходить. Мужской монастырь здесь. Мы прогуляемся, мы с ребятишками, потому что... Что, площадь немножко сделали, вот тоже... Да не немножко, даже хорошо, в принципе, часовенка, да. Здорово. Часовня, честь... Спасение царской семьи императора Александра III в железнодорожной катастрофе. Заложено 3 декабря 1889 года по решению городской думы. Память чудесного избавления государя, императора и его августейшей семьи. 17 октября 1888 года при крушении поезда на станции Барки Курско-Харьковского Азовской железной дороги. В 2000 году часовня была вновь освящена в честь святых царственных старостатерцев. Сейчас она используется как культурное строение. В ней находится киот и большой иконой Божьей Матери, именуемой Державной. В летнее время часовни проходят молебны. Мама, пойдем давай, мама, пойдем. Все. Мама. Фонтанчик, который... А вчера работал он как-то получше вечером-то. Да. Вечером, конечно, красиво. Сегодня он так. Периодически вот выступы такие. Водичка выплескивается. Денек хороший, так прогуляться, посмотреть. Сходить вон, пройтись по Аллее Славы. Давай маме ручку, давай. Вот так вот, пойдемте прогуляемся. Ну, у нас, конечно, вон направление на детскую площадку. Да, ребятишкам поиграть же хочется. Хорошо сделали. Я последний раз, когда была, еще памятников не было. Сейчас говорю, так бы в музей сходили, прогулялись, но никак нам с ребятишками никак не сходить. А хотелось бы, конечно. Вот так вот погуляем немножко. Жарко, наверное, стало. Прохладно, но у нее теплая кофта-то.
на сапоги у нас как одела с утра-то. Ой, и невозможно снять. Давай, иди скорей. Расстегнуться, ну. Ностальгия, да? А что, она вот так вот и была, что ли, вот можно такая? Хоть на КамАЗ, хоть на любую технику устанавливается. А. Ну, я видела у тебя на фотографиях, Саша работал на такой. Как это называется-то? Название-то полностью. ЗУ 23-2. Угу. По воздушным, по наземным целям. Ну, по воздушным низко летящим. Понятно. Тебе нравилось? Ничего мне не нравилось. Интересно было? Такая работа, да? Ну, работа, контракт, 3 года. Контракт это тоже не шутки. Кафе «Деревенька». Вкусно, недорого, по-домашнему. Недалеко от площади. Сейчас зайдем, покушаем. Здесь базарчик. Здесь раньше тоже так вот стоят бабулечки, продают всякое место. Я люблю такие базарчики. Давай ручку, пойдемте скорее. Ты не будешь комфорт? Спасибо. Нет. Ну, так, по-простенькому заказали. Приятного аппетита, Алена. Нет, сколько? Вечер, вечерок. Мы после поездки отдохнули, кое-какие дела поделали. И решили мы сегодня, что хотим приготовить в казане. Раньше мы частенько готовили и плов. Саша давно собирался приготовить место. И вот, пожалуйста, конечно, оно у нас до конца не доделано, но приготовить уже вкусное можно. У нас курица, картошка будет. Бульоне сделаем в казане, да? Вечер, вечерок. Поставили пока так вот столик старенький. Я хотела его покрасить, начала красить в прошлый раз, когда красила горшок. А дождик пошел и, в общем, не стала заниматься этим делом. Так что... Сейчас Саша разведет костер. Что-то пока только дым. Почему дым? Где огонь? Огня. Я хочу огонь большой. Зачем тебе большой огонь? Сейчас буду курицу нарезать. В общем, подготовлюсь. Огонь, огонь. И будем готовить. Вот, сейчас разгорится. Замечательно. Зеленый лучок будем добавлять. Укропчик. Да, лучок. Так вот, смотрел бы и смотрел на костер. Красота такая. Так вот, вечером стемнело. Костер разжег. Ну, можно что-то приготовить, а можно просто костер разжечь. Так, иду вон лучок сполоснуть наш. А Саша поливается с сынулькой. Лучок зелененький. Саша мне грядку готовит. Мы каждый год сюда садим кабачки и тыквы. Но у нас здесь только огурцы и кабачки. Тыквы я уже говорила, буду садить туда подальше. Вот, а здесь сейчас он мне подготовит эту гряду.
вдоль забора. Здесь навоз и сверху земля. Ну, навоз уже не навоз, конечно, уже перегной, все перегнило. Так что пора. Пора подсадить наши кабачки. Давно уже пора. Я в прошлом году раньше делала, садила в теплицу, а потом высаживала туда саженцы. Но они у нас были прихвачены маленько, потому что, ну, где-то в это время, в общем, в начале июня тоже были морозы. И нынче решила, в общем, не садить, а посадим вот семенами. Вырастет. Так что пока у нас там готовится, мы здесь занимаемся. Помидорчики в теплице наши подрастают. Заметно даже подросли. Вот такая примерно у меня рассада была в прошлом году, которая вот побольше такая вот. А здесь, конечно, тоже подтянулись, конечно, помидорки наши, но они еще маленькие. Так, у нас здесь не только кабачки, но еще вот такие тыквы. Ну, тыквы пока не буду садить. Кабачки у нас цукини, грибовские, еще вот цукеша. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Семечки-то, конечно, какие-то малюсенькие. Вот несколько тут у нас семечек. Не лишка. Ну, в общем, я так вот по две, наверное, семечки. По одной будет скучно, а по две вот самый раз. Чуть-чуть подальше друг от друга. Я обычно так вот прям горстью бросала, они сходят, потом рассаживаешь, и замечательно. Ну, вот так, в общем, сейчас мы их тут насадим, кабачочки наши. Кабачки посадила, рассадила два пакетика. Не стала я больше садить, они у меня примерно, а вот так тут по это место будут расти. А всю вот эту часть мы сейчас посадим. Наши огурчики. В прошлом году я такие огурчики сажала. Они у нас из светофора. И огурцы были нормальные, неплохие. Вот, какие здесь сорта есть. Сколько хватит, сейчас посмотрю, в общем. Рассажу огурчиков еще. У нас ужин. После работы в огороде Саша уже промялся. Ну и я тоже не против покушать. Давай, ставь, Саша, стулья, это ближе. Будем сейчас кушать, мыться, в общем, и отдыхать. Завтра будет новый день. А сегодня день заканчивается. Всем огромное спасибо, что были с нами. Поближе присаживайтесь. Ну, что, комарики, домой заходить, это надо сейчас полностью помыться, потом покушать. А мы сейчас быстренько здесь покушаем. Замечательно, на свежем воздухе. Не заедят нас комарики. Да? Комарик. Комарик. Видео закончу на этом. Скажу вам всем огромное спасибо, друзья, что были с нами. Заходите на Телеграм, на Дзен, на второй канал. Ссылочки оставляю внизу в описании. Всем пока-пока. До скорых встреч. Кушайте, давайте. Спасибо. Так, у мамы стул. Комаров тут же.